Для работы нам понадобится цветная бумага, обычный картон, гуашь, карандаш, ножницы, клей. И приступаем к работе. Для начала нарисуем обезьянку. Кто-то, если вы хорошие художники, можете рисовать сразу на картоне. Я художник, не самый лучший, поэтому я нарисовала сначала на листочке обезьяну, потом ее обвела, и у меня получилась вот такая обезьянка из картона. И вырезаем макушечку пальмы, тоже из картона. И приступаем к покраске. Также нам понадобится еще большой картон, такой плотный, для того, чтобы на нем размещать наши детали. Ну что ж, наши детали высохли, и сейчас мы с вами немножечко делаем обезьянку более похожей на обезьянку. Те, кто из вас хорошо рисует, может быть, воспользуется красками и высветлит обезьянке мордашку. Ну а те, кто, как и я, не очень хорошо рисует, те, наверное, могут воспользоваться цветной бумагой и вырезать детальки из цветной бумаги светлой. Отрезаем веревочку, это может быть либо шпагат, либо шерстяная нитка. И с помощью зубочистки пропихиваем нашу лиану.